и вся жизнь летит в бездну. На пару минут я отключился. Когда я очнулся, начался кошмар. Но как доказать свою невиновность? Все это хитрый план, чтобы подставить меня. Если сомневается даже адвокат. Вы бы поверили в заговор неведомых злодеев. И не скрывается ли за этим еще что-то? Что скажете об этой загадке? Более мрачное и зловещее. Марио Касас, Анна Вахинер, Хосе Коронадо, Барбара Ленни. Невидимый гость. 9 ноября, 20:10. Премьера на Еврокино.